В преддверии Международного дня защиты детей вот уже пятый год Ленское объединенное речное пароходство дарит детям круиз по реке Лена. На кораблик счастья пригласили более 200 детей из малообеспеченных и многодетных семей пригородного округа столицы. Дети, имеющие успехи в учебе и спорте, в течение 8 часов полюбуются красотами Лены. Во время круиза ребята будут участвовать в различных конкурсах, а также получат подарки от Лорпа. Михаил Светлов. Не забывай. Дети сейчас уходят на каникулы, и вот собраться таким коллективом, отдохнуть, побывать, узнать что-то интересного, это с одной стороны и профориентация с нашей стороны. Мы дарим им этот праздник, и здесь мы собираем именно тех детей, тех семей, которые не могут себе позволить такой роскошь отдохнуть на таком теплоходе, а мы можем предоставить им такую возможность, и поэтому мы всегда будем это делать, и я думаю, что это здорово, так и надо.